Молодой человек упал с парапета в районе Верещагинского виадука. Спасатели не сразу увидели парня, потому что он практически затерялся в кустарниках ежевики. Чтобы к нему подобраться, пришлось в качестве опоры использовать носилки. С помощью косынки 24-летний сочинец был эвакуирован. Несмотря на падение с 6-метровой высоты, у него не обнаружили ни одного повреждения, сообщает пресс-служба спасательного отряда.